Приветствую вас. Смотрите, во-первых, 14 лет – это подростковый возраст, и, соответственно, человек может бунтовать, человек может идти против, вот. Человек может активно, агрессивно продвигать свои желание активно, агрессивно продвигать свои потребности какие-то, да, свои желания какие-то. И это, в общем-то, совершенно нормальная история для данного возраста и, ну, вообще абсолютно нормально, то, что вот так происходит. Другой вопрос, понимаете, что человек переживал, да? То есть, в принципе, большинство ошибок связаны как раз таки с тем, что люди пытаются заставить человека, вот именно просто заставить, натурально заставить человека учиться, правильно, человек делать то, что вот он, в принципе, может быть, не хочет, там, на данный момент, вот он просто не хочет этого, и его заставляют это делать. И, естественно, это вызывает какое-то сопротивление, естественно, это вызывает какую-то агрессию, естественно, это вызывает какой-то такой негатив, и самое главное, что это вызывает, ну, такое вот, такое ощущение, что ты свободен, ты можешь делать вообще все, что вот хочешь, да, ты можешь делать абсолютно все, и тебя все равно будут, там, не знаю, тебя все равно будут как-то, ну, направлять, да, корректировать, как-то тебя будут все равно, в любом случае, что бы ты ни делал. Это просто это ощущение такой вот защищенности. Вот, правда, это ощущение того, что, ну, что у тебя все будет хорошо в любом случае, абсолютно в любом случае, все будет все хорошо. Но это же не так, на самом деле. Вот, поэтому лучшим вариантом будет как раз таки ничего не делать, но человеку, дать возможность как раз таки, ну, прочувствовать, что ли, вот, я бы так, наверное, сказал, дать возможность человеку вот, прочувствовать тот негатив, может быть, те последствия, может быть, которые могут быть у него из-за того, что он там вот, ну, из-за того, что он не учится, например. То есть не какой-то такой вот, не какое-то такое направление его, да, не попытка там его направлять. А именно вот демонстрировать эти последствия. Вот. Понимаете? И вот мне кажется, что в этом, как бы, ну, главное, мне кажется, что это вот то, что, ну, то, что может быть самым важным здесь. Ну, для вас. И отдельным пунктом идет
та история, что вот вы сами хотите, чтобы человек, ну, чтобы человек учился. Вот. С одной стороны, вас можно понять, с одной стороны. Но с другой стороны, хотелось бы все-таки разобраться с тем, а вот, ну, лично вам это зачем? Лично вам для чего? Лично вам для чего, чтобы он учился? Это вот такая, ну, такая достаточно важная история, вот, такой достаточно важный момент, вот, и очень важно, что вы себе в этом отдавали отчет тоже, вот, понимаете, какая штука. Если вы этого делать, например, не будете, да, если вы не будете это делать, то, ну, ситуация может быть такой, достаточно, я бы сказал, негативной, потому что это будет, какая-то вот конфронтация, да, вот это будет какой-то вот такой, ну, практически постоянно, да, противодействие, вот, и, ну, ничего хорошего из этого не будет, на мой взгляд, ни для вас, ни для ребенка вашего, вот. Ну, в целом, конечно, вам этот момент решать, но как бы, опять же, я не знаю, сколько именно времени он не учится, да, то есть, может быть, там, он не учится там, ну, допустим, пару недель. Если он пару недель не учится, то в этом ничего как бы ужасного нет, если он именно пару недель не учится. Если там не учится больше, то понятно, это уже более такая неприятная история. Вот. Но тут нужно быть максимально вот, максимально аккуратный, максимально аккуратными, потому что очень легко, ну, настроиться человека против вас, особенно подростка. Вот. И я уверен, что, ну, я уверен, что вы этого сами не хотели бы, в общем. Вот, такой ответ я мог бы вам дать. Надеюсь, что это было полезно. Вот, в целом лучше с ребенком разговаривать, а в целом лучше с ребенком взаимодействовать. Вот, взаимодействовать с ним лучше через я-сообщение, да, вот, взаимодействовать с ребенком лучше через активное, ну, слушание, да, то есть вот, если вы его ну, активно слушать будете, вот, то есть это, ну, об этом можно почитать в интернете, да, есть вся информация необходимая, вот, для, ну, для, вот,
исследование. Если необходима информация, можете почитать. Вот. Суть, ну, опять же, наскоком, да, какими-то вот наскоками, ну, не надо. Вот. И именно вот наскоками, именно вот наскоками, наверное, не надо. Вот. Все-таки лучше аккуратно, так, да, не торопясь, потихонечку, может быть, ваш ребенок там хочет быть футболистом, вот, а вы ему этого, допустим, не позволяете, да, а он хочет. Ну, ничего хорошего, опять же, из этого не получится. То есть вот то, над чем нам стоит подумать, это как раз таки идея о том, ради чего это все. Понимаете? То есть это все для ребенка? Или это все для вас? Потому что если это все для ребенка, грубо говоря, ну, грубо, вот, если то, что вам, ну, если то, что вы делаете, это все делается для ребенка, вот, ну, это одно. Вот, но если все это делается для вас, это все это делается, потому что это вам нужно, вот, ну, к сожалению, я не могу сказать, что в этом, в таком случае есть что-то хорошее. Вот. Ну, именно вот, ну, именно в контексте вашей искренности, да, именно вот в контексте того, чтобы ребенок чувствовал, что его любят, что его ценят, что о нем заботятся и так далее. Потому что ребенок чувствует, что вот все, что происходит, это происходит не для него, да, а для там родители, и понятно, что у него это вызывает это такой вот какой-то негатив, ну достаточно достаточно серьезный негатив это вызывает. Вот. Поэтому если вы хотите, чтобы человек был там, ну, максимально счастлив, допустим, то, наверное, стоит подумать о том, чего бы вы хотели для него, именно для него, чего бы вы хотели. Не для себя, а для него. Вот. А если вас задевает то, как он себя ведет, если вас задевает то, как вот, ну, как человек ведет себя, если вас задевает то, как, если вас задевает, что он там не учится и так далее, вот, если вам это неприятно, это, опять же, вопрос больше к вам, да. Вот. Чем вам это неприятно? Почему вам это неприятно? Из-за чего вам это неприятно? Вот. Что такого в этом неприятного для вас? Вот. То есть это ваши вот такие в какой-то степени собственные страхи, собственные переживания. К ребенку отношения не имеющие, потому что ребенок, он может быть краски делает то, что вы сами себе там
там, ну, допустим, она позволить не готова, к примеру, да. Вот. То есть вот такой момент, тут, такой момент тут есть. Ну вот как-то так примерно. Вы поймите правильно просто, что как родителя, да, я вас понимаю как родителя, но вот момент в том, что мы говорим больше про человека, да, вот, а сейчас он находится как раз вот в той, ну, в той достаточно важной стадии, когда нужно учиться самому принимать решения, да, нужно учиться самостоятельно управлять своей жизнью, вот. А это сделать невозможно, если не проходить через такие вот ситуации. Вот. Если все время рядом будете вы, если вы будете пытаться направить, если вы будете пытаться там, не знаю, что-то показать и прочее. Вот. Ну вот, примерно такой ответ я бы, наверное, вам мог бы дать. Вот, я надеюсь только, что вы отнесетесь к этому не как к, знаете, вот, ну, прямой рекомендации, да, что вот все, я теперь должна так делать. Вот, нет, я ни в коем случае вам не хочу сказать, что это вот обязательно так и никак иначе. Вот, я хочу сказать, что вариантов может быть много, и хорошо, если вы, если вы найдете свой вариант, хорошо, если вы увидите свои какие-то варианты, это будет здорово, великолепно, вот, но пока что, идея, вот, наверное, в большей степени именно такая, вот, ну, ладно. Давайте мы, наверное, на этом закончим с вами. Вот, я надеюсь, что это вам было полезно в целом. Вот, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.